Всем привет, ребят! В общем, когда поддон из Linux попался опять в руки, он такой довольно-таки прочный. Ну, ладно, все выкинули, все, захожу, тут как раз у нас висит машинка, ремонтируют маленечко. И пришла такая идея, да просто посмотрел на колеса, они были когда-то зимние, но шипов тут, ну они зимние считаются, покрышки, но шипов нету, ничего нету. Раз и пришла идейка. Мы его испытывали очень даже хорошо, еще давным-давно, помните, АКУ. Обалдеть можно. А когда покрывали, там, рубил, тыкал, там, стреляли в него, что только не делали, он выдерживает нагрузки большие, плюс еще делали поддон, пробовали пробить, прям показал себя очень даже неплохо. И вот пришла какая идея. А почему бы нам не попробовать сделать покрышки из Linux? То есть взять покрышку, нанести на нее этот состав, он же у нас высокопрочный, потом покрышку оттуда, еще не представляю как, но каким-нибудь образом оттуда вытащить. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Соответственно, надеть на диск, скорее всего, вставить туда камеру, подкачать, нанести еще и, в общем, сделать саму покрышку из этого материала. Ну, поскольку он действительно считается одним из самых прочных, я думаю, что должно получиться. Но все-таки нужно попробовать, поэтому давайте сделаем покрышку из Linux. Погнали! Ну, смотрите, какой момент мы все-таки придумали, как это сделать. Все-таки взяли обыкновенный стрейч, замотали нашу покрышку. Края здесь мы, ну, где-то степлером, где-то скотчем аккуратненько все это дело проклеили. А для чего? Для того, чтобы Linux, он же у нас материал такой очень интересный, если он прилипнет не к резине, то есть прилипнет к покрышке, потом мы его уже ничем не отдерем. Поэтому вот все готово, аппарат нагревается. Ну, давайте попробуем залить. Поехали. То есть изначально что мы сделали? Мы нанесли несколько слоев, после этого вытащили покрышку, одели ее на диски, подкачали слегка и нанесли еще несколько слоев. И теперь все это дело прям выглядит довольно-таки прочно. Оно еще и амортизируется, что самое интересное. То есть он прогибается, проминается, все хорошо, давление сейчас там в камерах, ну, практически его нет, для того, чтобы просто они расплавились, расправились, подкачивали только для этого. Но остается что? Остается немножко еще подождать. Ну, а как он будет вести себя в роли покрышки, ну, узнаем буквально через пару секунд. Погнали дальше. В общем, что? Колесики поставили на место, все замечательно, все круто. Ну и теперь, конечно, самый такой момент ответственный. Нужно потихонечку, не торопясь, опустить, посмотреть, как они выйдут, насколько они крепкие, насколько они вообще все могут выдержать. Потому что, честно вам скажу, давление сейчас где-то там 1,2 килограмма, не больше. Поэтому вроде как маловато, но подумали, что, наверное, все-таки этого будет достаточно. В общем, давайте потихонечку опускаем и смотрим, что же из этого получится. Ну-ка. Почему так говорю? Потому что все-таки
Лайнекс, он не настолько эластичный, как резина, чтобы мог позволить себе сильно проминаться. Камера должна помогать и хорошенько его держать. Так. Левая вроде нормально. Правая что-то там хрустит. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Ага. Все. Отлично, замечательно. Автомобиль стоит. Автомобиль стоит на колесах. Все здорово. Нет, есть, смотрите, все-таки эластичный немного, и это хорошо. Здорово. Все отлично, поэтому, ну что, запускаем двигатель и пробуем поехать, посмотреть, как это все будет происходить на ходу. Ну все, можно ехать. Едем, 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 едем. Едем. Первые обороты колеса — это самое такое ответственный момент. Почему? Потому что будет сразу понимание, что с ними может произойти. Похрустывает маленько. Ага, ага. О, хрустит, хрустит. Давай, 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 держись, держись, держись. Держись. Пока все нормально. Ага, отлично. Так, закрываю дверь. Ну что? Ой, да, резко пока поворачивать не надо. Почему? Потому что редуктор заваренный. Разность. Коля шоркать начинает. Так. Ну что? Да, мы едем. Мы едем. Но потихонечку. Потихоньку машина двигается. Все хорошо. Ну что, она едет? Она действительно едет. Все нормально, Linux работает. Предлагаю поехать побыстрее. Так. Ай, ну да, чувствуется, что колесики все-таки маленечко у нас вниз. Не совсем ровненькие получились, но это не беда. Вот какое-то одно. Судя по всему, это левое. Да. Идет хорошо. Так, ладно. Думаю, побыстрее надо поехать. Хотя бы вот так. Так. Все нормально. Пока они держатся. Ну-ка. Третья. Поехали на третий. Все отлично. Четвертая. Замечательно. Круто. Хороший материал, а? Смотрите, все держит, все прям отлично. Я уже смелее еду, уже прям, уже вроде есть такое понимание, что он выдерживает. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, что-то произошло. А что произошло? Колесо спустило. Блин, вы посмотрите. Ток, говорю, все выдерживает, все хорошо. Бах, на тебе. Так, что такое? Вон оно в чем дело. Эх, об этом-то мы и не подумали. Ай-яй-яй-яй. Нет, ну одно-то целое, а одно нет. А знаете почему? Я, кажется, подозреваю. Потому что, смотрите, получилось что? Само по себе-то оно осталось целым, но не выдержал бок. То есть, соответственно, боковая нагрузка, когда пошла на него, оно у нас разбортовалось. И разбортовалось прям очень даже неплохо. Так, ну что поделать. А у нас есть второе, которое стоит с правой стороны. И оно еще пока целое. Поэтому предлагаю, что давайте поставим сюда простую резину. Ну а на том
Покатаемся еще и посмотрим, как долго продержится оно. Потому что смотрите, колесо хоть разбортовалось, но оно, покрышка, вернее, наша слайнекс, но она форму-то все равно держит. Почему? Потому что это такой интересный материал. Так, оп, оп. Нет, надо задомкратить. Давайте задомкратим, снимем его. Ну что, осталось у нас еще одно колесо. Ну, вот это колесо, оно действительно получилось, сама вот эта покрышка более такой правильной формы. Все-таки то мы делали первое, но еще не знали, как все это сделать. Вот это у нас получилось вообще абсолютно четенько, ровненько и хорошо. Ну, раз оно еще целое. Поехали. Сначала потихонечку. Теперь надо немножечко разогнаться. Долго. Ну, в принципе, кто бы сомневался. В любом случае, когда манера езды именно вот такая, конечно же, колеса тут даже и резиновые-то не выживают. Не говоря уже про колес, покрышки из лайнекса. Что там такое? Поломалось! Поломалось, блин, ну смотрите. Камера целая осталась? Нет. Нет, тут тоже штуцер срезало. Все нормально, все хорошо. И... блин, печально, жалко. Ну а что поделаешь, действительно, на этот материал мы так рассчитывали, ну, была, блин, такая надежда, что он выдержит, но было понимание в любом случае чего. Толщина-то неплохая, посмотрите, какая здесь, ну, миллиметров 6-7-то точно есть. И, честно скажу вам, надеялись на то, что он выдержит, и это было бы такое неплохое изобретение колес для... дрифта, ну, в смысле, для начинающих. Типа как на ПВХ-трубах мы как-то катались, было очень даже забавно, потому что у них тоже сцепления с асфальтом практически нету. И была надежда, что здесь произойдет примерно то же самое. Но, видите, что произошло? Произошло это, судя по всему, потому что материал очень прочный, очень прочный. Ну, скажем, да, есть немного эластичный, но не настолько, как в роли покрышки он, в общем, работает... но недолго. Поэтому, ребят, материал есть, друзья у нас есть в нашей компании Linux. Можно что-нибудь придумать еще интересное, поэтому обязательно пишите, что же с ним можно проделать. Ну, а с покрышками получилась вот такая замечательная история. Поэтому у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, между ними, предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.